С установлением жаркой погоды взрослые и дети ищут прохладу. Но порою она не так безопасна, как кажется. По словам специалистов, традиционно во время летних каникул статистика детского травматизма взлетает ввысь. При установлении жаркой погоды дети стремятся проводить свое личное время и свободное время вблизи водоемов и фонтанов. Нахождение в фонтане и использование фонтана не по назначению не влечет за собой административную ответственность. Однако нахождение несовершеннолетних в фонтане и в последующем игры вблизи данного строения могут привести к получению травм различной степени и тяжести. Также хочется напомнить в преддверии Дня воздушно-десантных войск, что нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения может повлечь за собой привлечение к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. За нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, при этом нарушая общественный порядок, в том числе нахождение в фонтане, лица могут быть привлечены к административной ответственности по статье 19.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, что влечет за собой наложение штрафа от 2 до 30 базовых величин или административный арест.